Thank you.
Итак, друзья, это ансамбль 7 восьмых или 7-8 band. Перед вами сейчас мы исполнили сербскую композицию, которая называется «От тополя до тополя». Вот. Сегодня мы собрались здесь не просто так. Именно сегодня концерт был назначен, потому что мы отмечаем день рождения двух наших наиглавнейших участников. Перед вами Вадан Коренян, продюсер проекта и профессионалист, и Дмитрий Игнатов. Прошу, Дмитрий Игнатов. Поздравляем вас, ребята. А сейчас мы исполним тоже сербскую композицию. Нет, сейчас будет болгарская композиция. Мы совершаем страшное действие. Мы первый раз играем этот номер. Первый раз играем этот номер на людях. На премьера композиции. Бушемиш, болгарская народная мелодия. Thank you.
Большое спасибо, дорогие друзья. Сейчас будет сербская мелодия, которую Гена пытался представить до болгарской. Арсенджан, гитара где? Thank you.
нас на очереди композиция со странным названием «Gypsy Liqueur» — «Цыганская выпивка». «Цыганская пойло». Сейчас. «Цыганская пойло», да. Вот сейчас мы вам ее исполним. Эту мелодию, которую будем играть, написал, собственно, Ген Лаврентьев, который только что сам рассказал. Но я ее так назвал. Thank you.
Большое спасибо. А теперь опять-таки болгарская композиция, где мы называем ее «Суита».